Мексиканский биткоин-обменник Биста объявил о том, что ходатайствует о пожертвованиях жертвам землетрясений. Как сообщает bitcoin.com, землетрясения произошли 19 сентября и были силой 7,1 балла. Согласно недавнему сообщению блога Биста, стартап просит пожертвования в биткоинах, риплах и эфирах. Также, по их словам, все собранные средства направят в Центр Мексиканского Красного Креста и местную бригаду по спасению от землетрясений «Бригада де Рескате Топос Тлальтелолко АЭС». Помимо этого, в Бисто пообещали предоставить квитанции о пожертвованиях, подписанные Центральным банком Мексики. А для того, чтобы найти больше неравнодушных, был введен хэштег Bitcoin Aid Mexico. Отметим, что торговая платформа ранее собирала средства для жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 7 сентября.